Генеральный прокурор США Джефф Сессионс опровергает обвинения в связях с Россией. Ранее сообщения о его контактах с российскими официальными лицами появились в американских СМИ и стали поводом для официального расследования. В американском Сенате прошли открытые слушания по этому делу. Позвольте мне ясно заявить, коллеги, что я никогда не встречался и не беседовал с кем-либо из россиян или еще с кем-то из иностранных официальных лиц о каком-либо вмешательстве в ход каких-либо кампаний или выборов в США. И мне неизвестно о таких беседах кого-либо, кто связан с избирательной кампанией Трампа. Джефф Сессионс был назначен на должность генпрокурора страны президентом Дональдом Трампом и приведен к присяге 9 февраля. После того, как в его адрес прозвучали обвинения, он взял самоотвод и перестал принимать участие в расследовании.